Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին օնլայն տեսակապով կզրուցենք հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ։ Ալեքսանդր Լապշինը հայ հանրությանը առավել հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ Մինսկում ձերբակալվեց եւ արտահանձնվեց Ադրբեջանին Արցախ կատարած այցից հետո եւ Ադրբեջանի Բաքվի բանտում ենթարկվելով կտանքների մի քանի ամիս անցկացնելուց հետո նա ազատ արձակվեց եւ վերադարձավ Իսրայել։ Добрый день, господин Лапшин. Здравствуйте. Вы не понаслышке знакомы со зверствами азербайджанцев, поскольку имели несчастье провести достаточное время в тюрьме. И после этого, после того, как вы освободились, вы написали свои известные строки: «Армяне, держитесь, эти люди хотят вас видеть мертвыми». И точка. И если вы в результате переговоров или ослабления позиции Армении потеряете Карабах, знайте, что они придут вырезать вас, как турки 100 лет назад. Озверение уже превзошло все допустимые пределы. Какие пределы на этот раз превзошли действия азербайджанцев, а также Турции, как известно, вовлеченной в конфликт? Ну, как мы знаем, сам по себе Азербайджан, он не представляет из себя какой-то серьезной угрозы. Проблема заключается в том, что Турция пытается укрепить свои позиции на Южном Кавказе, и это угрожает не только Армении, а в первую очередь Российской Федерации, Европейскому Союзу, Ирану и даже Соединенным Штатам Америки в какой-то мере. А президент Ильхам Алиев в настоящее время, понимая, что его позиции внутри Азербайджана очень ослабли из-за серьезной коррупции, из-за внутренних противоречий, из-за десятков тысяч арестованных политических активистов и журналистов, и из-за падения цен на нефть в результате коронавируса, он пытается как-то укрепить свой пошатнувшийся имидж. И ради этого он готов бросить на смерть тысячи и десятки тысяч собственных граждан. Его это абсолютно не интересует. И я сейчас получаю информацию, в том числе от некоторых людей, я читаю в Азербайджане, которые меня еще помнят как путешественника много лет назад. Многие из этих людей сейчас сами оказались на фронте с азербайджанской стороны. Кто-то в качестве военного врача, кто-то в качестве журналиста, кто-то там... Ну, я не хотел бы называть, чем эти люди там занимаются, чтобы не угрожать их безопасности, но они мне пишут страшные вещи. Например, сегодня я получил сообщение, что Азербайджан препятствует Красному Кресту перемирию на несколько часов, чтобы хотя бы вынести тела собственных убитых. Там есть и армянские погибшие, но 90% тел, разбросанных на всей линии фронта, это азербайджанские солдаты. Молодые парни, 18-19 лет. Там находится не меньше 2000 тел, и многие находятся там уже 11 день, в разной степени разложения и гниения. То есть Ильхам Алиев, он настолько впереди всего поставил собственное обогащение и собственный имидж, что ему абсолютно наплевать даже на собственных солдат. И второе, это то, что некоторые раненые азербайджанские солдаты, которым повезло потерять руку или ногу, и для них война закончилась, они сообщают, что если кто-то получил ранение на линии фронта, то, как правило, он там же и умрет. То есть у них или приказ, или какие-то инструкции, никого оттуда не вытаскивают. То есть они бросают собственных раненых, и сотни раненых азербайджанцев просто умирают на поле боя, потому что армянская сторона не желает их брать в плен, а часто и не имеет такой возможности. Потому что спуститься на поле боя и забрать раненого вражеского солдата, это значит рисковать собственной жизнью. В общем, все это показывает на зверство режима Алиева. Они направлены не только против армян, а еще и против собственного народа. А не дает ли все это как бы вероятность того, есть вероятность того, что, учитывая все вышепересказанное, а также как он относится и к собственному народу, а тем более к армянскому народу, судить его как военного преступника трибуналом или гаагским судом? И какие процессы, какие еще документации необходимые нужны для этого, чтобы мировое сообщество признало тот факт, что мы имеем дело фактически с военным преступником? Я думаю, прежде всего надо определить, что врагом Армении является не народ Азербайджана. Потому что народ Азербайджана — это запуганные, зашуганные люди, которые боятся даже написать в Фейсбуке в тюрьме. Общим мнением Азербайджана является Киев Башаев, который не остановится ни перед чем, чтобы продолжать воровать и грабить эту богатейшую страну. И я думаю, привлекать к уголовной ответственности Ильхама Алиева можно как минимум по двум статьям. Во-первых, его жестокие удары по городам Нагорного Карабаха и после Панакерту, по Шуше, по другим местам, где просто гибнут мирные люди. Там нет никаких военных объектов.
Я бывал в Степанакерте, те места побьют ракетами, они не имеют абсолютно никакой стратегической важности. То есть это просто жестокость и зверство конкретного диктатора. Его надо привлекать вот за это и как следует популяризировать в мире вот эти картинки, кадры этих страшных разрушений и погибших жителей этих городов. Это очень важно, потому что в мире многие не знают о зверствах азербайджанского режима. И второй момент, но это уже зависит от самих азербайджанцев, они должны делать выводы и понимать, как он относится к их собственным солдатам, которые, выполняя приказ, гибнут на поле боя и всем на них глубоко наплевать. Фактически это цивилизационная война, которую Армения ведет вместо в мира и ведет одна. И ведет против пантюркизма, против Азербайджана, против Турции. Фактически конфликт вышел за рамки двух бывших советских республик. Как это меняет всю парадигму этого конфликта? Я бы сказал, здесь помимо тех страшных вещей, о которых мы уже говорили, есть и колоссальный плюс для Армении в глобальном политическом смысле, поскольку сейчас весь мир увидел зверство азербайджанского режима, он увидел имперские амбиции Турции, которые до этого как-то мало кого интересовали, а возмущение таких стран, как Армения или Греция, вот мы знаем о конфликте Греции и Турции, Кипр, то, что происходит в Ливии, то, что происходит в Сирии, как-то всех это мало интересовало. То есть вот эта вот интервенция в Карабах позволила очень сильно укрепить позиции на армянском фронте. И я думаю, это дает колоссальный шанс победить и отстоять свои земли. А как вы оцениваете действия мирового сообщества? Потому что дальше объявлений, аморфных объявлений, призыва остановить эскалацию и вернуться за стол переговоров, мы ничего не видим реально. Возможно, мы просто не все знаем, потому что естественно, что в мире очень мало интересует локальный конфликт двух бывших советских республик. Ну, откровенно говоря, и глядя вот из-за границы, это выглядит так. Например, в Израиле, где я нахожусь, люди могут перепутать Азербайджан с Таджикистаном. Как бы это смешно ни было. Но хорошее освещение вот этих событий и понимание, что тут вопрос вышел далеко за рамки Карабаха, и речь идет об экспансии Турции, и не только на Южном Кавказе, а также на Ближнем Востоке, это очень сильно беспокоит сильных мира сего. Я говорю в первую очередь о таких странах, как Россия, Иран, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. И даже в самом Израиле, в котором относились вот к этому конфликту в Нагорном Карабахе, как-то очень отстраненно поставляли оружие Азербайджану, не сильно задумываясь о каких-то последствиях. Но сейчас даже в Израиле все сильнее и сильнее слышны голоса тех, кто говорят, что мы усиляем турко-азербайджанский союз, который бьет по нам же. Не так давно Эрдоган заявил, что Иерусалим – это священная турецкая земля. Ну куда уж дальше идти? Поэтому я думаю, что Армения на верном пути. Путь будет трудный, но сейчас ваши позиции намного крепче, чем они были, например, год назад. А чем можно объяснить вот этот когнитивный диссонанс Израиля по отношению к Турции и к Азербайджану? Потому что отношения с Турцией день ото дня ухудшаются у Израиля, но тем не менее Израиль продолжает продавать оружие Азербайджану, младшему брату Турции. Смотрите, Турция на протяжении практически полувека была единственной страной, мусульманской страной Ближнего Востока, все-таки можно отнести Ближний Восток частично, которая имела хоть какие-то отношения с Израилем. То есть 30-40 лет назад, когда Израиль состоял в войне со всеми своими соседями, и с Египтом, и с Ливаном, и с Сирией, и с Иорданией, со всеми абсолютно, то Турция – это был как какой-то глоток свежего воздуха. То есть Турция с Израилем вела торговлю, Турция не отрицала право Израиля существования, Турция открыла посольство в Тель-Авиве. По сути, это была первая мусульманская страна, которая открыла посольство в Израиле через несколько лет после образования Израиля. И израильтяне всегда это ценили. Но, к сожалению, сейчас эта ситуация стала меняться из-за имперских амбиций Эрдогана. То есть отношения испорчены не только с Израилем. Турки испортили отношения и с Египтом, и с Сирией, и с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами, и плюс они ведут конфликт с Ливией. И плюс мы имеем проблемы из-за газовых месторождений с Кипром и с Грецией. То есть сейчас все меняется, но по-прежнему такое впечатление, что Израиль еще не пришел к конечному решению, как действовать дальше. А Азербайджан для Израиля важен в первую очередь как плацдарм в отношении ударов, возможных по Ирану. Ну, мы знаем, в каких отношениях, к сожалению, находится Израиль с Исламской Республикой Иран.
Но теперь из-за ухудшения отношений с Турцией, резкого ухудшения, а вместе с тем из-за улучшения отношений Израиля со странами Персидского залива, в первую очередь Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и все прочее, важность Азербайджана для Израиля очень сильно снизилась. А как вы оцениваете дипломатический инцидент, который произошел в свете последних событий? Известно, что Армения отозвала своего посла из Иерусалима. Прежде всего, я бы хотел сказать, что я целиком и полностью доверяю профессионализму Министерства иностранных дел Республики Армения. Я просто выскажу свое субъективное мнение без претензий на экспертную оценку. На мой взгляд, это была ошибка. Потому что Армения 30 лет не имела в Израиле посольства. Никто не представлял в Израиле интересы Армении, никто не боролся за интересы Армении, никто не проводил встречи с израильскими политиками, бизнесменами, общественными деятелями. То есть о проблемах Армении в Израиле не знают абсолютно от слова никак. Соответственно, посольство открылось месяц назад, и местная армянская община воспряла духом, что вот теперь у нас есть какая-то вот дипломатическая база, мы не одни. Но как только началась война, сразу отозвали посла. То есть посол фактически еще и не начал работать, а его уже здесь нету. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что надо бороться, надо не спать дни и ночи, надо встречаться, надо общаться, надо доносить свою позицию. От того, что посол уехал, Израиль не перестанет поставлять оружие Азербайджану, потому что поставки осуществляются совсем на другом уровне, и на этом уровне надо работать. Наряду с боевыми действиями известно также, что идет война на информационном фронте. Вы имеете немалый опыт как блогер ведения войны на данном фронте. Как распознать азербайджанских фейков, как распознать азербайджанских троллей, бакинских троллей, и как бороться с ними? Я бы начал с того, что Азербайджан скрывает свои потери. Например, мы совершенно точно знаем, сколько армян гибнет на фронте. Мы это знаем просто по той простой причине, что каждый армянский парень имеет родителей, он имеет близких, соседей, родственников. Невозможно скрыть ни одну потерянную жизнь. Да никто не будет в Армении скрывать. Это трагедия для всего армянского народа. С другой стороны, в Азербайджане, если верить СМИ Азербайджана, нет ни одного погибшего солдата. Они просто скрывают все эти данные. При этом, когда мы, например, видим, что они ставят постоянные какие-то картинки, это один из признаков троллей, потому что у нормального человека, который зашел, например, в Facebook, у него нет целой папки на компьютере с кучей каких-то пропагандистских картинок. Второе, они активно распространяют ссылки на некие сайты, где написано «АЗ», то есть азербайджанские сайты, это уже показывает, что это дезинформация, потому что в Азербайджане сегодня объективной информации нет абсолютно. Им удалось полностью подавить любую альтернативную прессу, альтернативное мнение, и даже азербайджанские информации, находящиеся в Европе и в Америке, я имею в виду, которые ведут политэмигранты, даже они во многом получают финансирование от Алиева. Поэтому сегодня практически все, что могут писать азербайджанцы, это все дезинформация. И третий момент. Сегодня в Азербайджане отключен интернет, там отключен доступ к социальным сетям. Таким образом, если вам пишет азербайджанец, то можно представить, что он работает в той организации, в которой интернет не отключили, и несложно догадаться, в какой. И хотя социальные сети в Азербайджане отключены, тем не менее в сети появился ролик, где азербайджанские матери не отпускают своих сыновей, плачут и фактически воюют на ножах с полицией, которая приходит забирать своих детей. В отличие от Армении, где, как известно, добровольцы стоят в очередях, чтобы ворваться и вернуться на фронт, на первую линию, на линию огня. Да, совершенно верно. Я получаю очень много сигналов из Азербайджана, как из талышских регионов, то есть это район Линкорани, так вот и из Баку. И люди каким-то образом, которые разбираются в компьютерах, они выходят в интернет, либо они используют, например, российские, либо иранские сим-карты, они едут, например, в сторону границы с Россией, в Губинский район, и там через российского оператора, например, Билайн, они выходят на связь. И таким образом... Я получаю очень много информации, что на самом деле люди запуганы, они не могут понять, что происходит. Но как мы знаем, несколько тысяч азербайджанских солдат уже погибло на фронте. При этом их близкие либо не получают вообще никакой информации, либо получают дозированно. Например, на днях мне сообщили из одного села Линкоранского района, где живут талыши. В этом селе на фронт ушло около 10 человек, и все они пропали со связи. То есть их нет на связи уже более 10 дней.
а не так давно один из раненых солдат, который все-таки вернулся, ему повезло потерять, насколько я понимаю, ногу, но он остался жив, он сообщил, что видел несколько трупов погибших односельчан, но никто не знает, где эти трупы. И люди боятся обратиться к властям, потому что любой, кто поднимает шум на эту тему, он сам рискует оказаться в тюрьме. Самый главный вопрос, который интересует многих, как завершится данный конфликт, данная эскалация. В Армении в основном есть два сценария развития. Какова ваша точка зрения или ваше видение? На мой взгляд, конфликт подошел уже к той стадии, когда его уже будут прекращать на уровне великих держав. У меня такое ощущение, что сторонам дали определенный промежуток времени, за который они должны попытаться решить каждый свой вопрос. И далее им будет навязано перемирие. Я так предполагаю, что перемирие будет навязано в ближайшие 3-4 дня. Если за это время армянские силы успеют не только вернуть все потерянные позиции, а еще и хотя бы формально захватить немножко собственной территории Азербайджана, немножко, это будет прекрасной базой для будущего торга мирному регулированию. И в свою очередь для Азербайджана потеря даже маленькой горочки, но на территории, собственно, Азербайджана будет означать колоссальный политический кризис для Ильхама Алиева, который все ставки сделал на эту войну. Противоборствующие кланы внутри Азербайджана ему просто не простят поражения. Спасибо, господин Лапшин. Фактически мы находимся на том этапе, когда сила рождает право. А также спасибо за то, что вы пытаетесь донести всему миру, кто такие азербайджанцы и кто такая Турция. Հիշեցնեմ, որ online տեսակապով զրուցում էինք հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ, գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։